предметы из металла в большом количестве. Знаете, тут и рачком, и крабиком, и рыбками. Да. Честно говоря, даже не припомню, чтобы где-то я видел, чтобы люди такое вешали на что-то. Я не знаю. Так. Свет, ты когда-нибудь видела, чтобы вот такие железные фиговины кто-то где-то вешал? Ну, я не видела, но я прекрасно понимаю, что им есть место. Да. Мы сами жили вот в таких вот условиях, где можно было такую штуку повесить. Слушай, вот петух, это прямо, это не почтовый ящик, это что? Нет, он тут? Это просто для красоты такой петух красивый. Понял, красивый петух, так. А вот еще это вообще надо качать. Черепашки. Почем черепашки? Вот маленькие, долларов по 15. Смотри, вот а вообще есть по 6. Нет, совсем из каменюк, из глины. Да. Сильно качается, сильно. Так. Ну, это вот такие мексиканские, мне кажется, мотивы. Мы с вами как-то были в похожем магазине какое-то время назад. Там еще была продавщица русскоязычная. Вот здесь так похоже. О, какая птица. Так. Так. Ага. Это горшки на самом деле. В них цветочки сажать хорошо. Так. Вот аленький цветочек, Света. Посмотри. Да, из металла кактусы. Все это для фронт-ярда, для бэк-ярда. Это уличное. Так. Здесь такие веселые человечки. Это, я думаю, подставка для горшков, мне так кажется, цветочных. А вот, пожалуйста. Да, ну-ка, дайте я по нему постучу. Вот, вы слышите. $125 сейл. Вот, тот, что поменьше. Что-то странно, он вроде еще дешевле, что ли? Дороже. Ну, не суть. С цветами металлическими. Свет, а ты считаешь, металлические цветы, это просто чисто формально, или вот так и задумано, что вот эта здоровенная глиняная штука? Нет, это цветы вообще для украшений, но учитывая, вот они, видишь, как стоят совершенно самостоятельно подставки. Да, с каменюкой. Учитывая, что у нас сегодня нету воды, да, и нужно плохо ходить водой, без, да, выход, без водовые выходы из ситуации, то может быть какое-то решение. Ага, ладно. Решение без орошения. Идем дальше. Так. Мне кажется, что вот этот баклан, я не извиняюсь, или цапля, уж кто что за птица, не скажу, отсюда лучше смотрится. Так. Медведь. Это наш калифорнийский мишка. Вы знаете, друзья, что медведь нарисован на флаге Калифорнии. Так. Бухато. Это уже у нас тут буддийская тематика пошла, смотрите как. И такое бывает. И вот тут еще есть. И еще. Так, продолжаем движение. Тема деревянного мишки развивается вот в этом уголке. Их тут много деревянных. Да. А это, надо сказать, что очень богато. Богато, так вот с этими рыбками тут, с ума сойти. Какие-то приматы. Такое ощущение, что приматы на доске для серфинга стоят лапами. Вот посмотрите сами. Странно так. Ну ладно. Намек какой-то, что ли, даже не знаю. А вот это, пожалуйста, из морского мира. Шары. Шары побольше, шары поменьше.
Такое ощущение, что они металлические, что ли? Да. Но на таких металлических явно крепежах. Ой, мир четвероногих друзей. И киски тут. Да. А вот Будды пошли во всей красе. Их много. Многие совсем недорогие. Так. А вот, друзья, скульптурная группа, можно так назвать. Водичка льется и льется и льется. Говорят, что в таких системах вода почти не уходит, не испаряется. Я не знаю, вот считается, что очень они экономные по части воды. О, лебеди, друзья, настоящие лебеди. Так, и вот, я думаю, что это попугай. Если кто-то не согласен, то я спорить не стану. Да. Много бабочек. Потрясающе красиво. Пошли внутрь. Давай-ка я здесь еще пройдусь, подожди. Вот пеликаны всякие, деревянные. Нет, это деревянный господин. Даже не могу сказать толком. Вот такой господин. Из первопроходцев, наверное. Так. Давай глянем, что там цвет. Медведи. Ну, естественно, медведи — это свои пацаны. Всего $1700 за обоих. Так. А вот за 365, пожалуйста, орел, и написано welcome. Вы сразу понимаете, что вас здесь ждут. Так, вот эти мишки какие-то странные немножко, ну ничего. Так, что, наверное, мы пойдем заглянем внутрь магазинчика, а то мы так все снаружи, да снаружи. Вот дерево жизни. Это похоже издалека на Адаму и Еву. Возьмите еще по степени, так сказать, неодетости. Так. Слушай, какой замечательный подсвечничек, смотри. И вон там тоже. Так. Птичка. И столик деревянный какой, посмотрите. А вот это радиоприемники, друзья. Такое ощущение, что он же и играет, кстати. Такое ощущение, что звук из него идет. Вот еще как бы представитель нашей калифорнийской фауны. Так, простой американец. Вот и эта штука потрясающая. С елочкой, посмотрите, какая. Против света, к сожалению, приходится снимать. Но так, она очень симпатична. Тут в магазине, надо сказать, что не так много на что есть посмотреть. Он довольно маленький. Так. Уж что бы это значило такое? Ну, их много здесь таких, с крылышками. Да, подвесные горшочки. Значит, за нитку этих горшков, там их много, берут. Что там они? Значит, 16,95. Вот. Я, честно говоря, даже не представляю, как они реально используются. На что-то их подвесить. Мы как-то со Светой не пользуемся. А вот тут, пожалуйста, в классическом таком деревянном стиле вот такая раковина. Смотрите, как можете в ней умываться каждое утро. Так. А это вообще похоже, я бы сказал, на
Ну, не могу сказать, что это прямо чисто жестовские подносы, но так вот издалека какая-то тематика такая. Немножко напоминаю. Да. Так. Так. Страшное дело. Мы на самом деле думаем, как нам оборудовать бэк-ярд вот здесь, в Санта-Крус, на даче. И присматриваем какие-то такие возможности. Так вот, вышел на улицу, а там красиво.